сказку «Семеро козлят» разыграли воспитанники детского садика «Виктория». Пока мама ходила за покупками, малыши-козлята остались дома без присмотра взрослых и не удержались от соблазна поиграть с огнем. Развели костер во дворе, попробовали сами сварить кашу, хотя знали, подходить к газовой плите, пока взрослых нет дома, опасно. Каша не получилась, а вот пожарных пришлось вызывать, чтобы потушить пожар в доме козлят. Спасатели прибыли вовремя, пожар потушили быстро и легко, как в сказке, хотя в жизни все не так просто. Лесные жители, серый волк и мишка, спасатели-пожарные объяснили, играть с огнем нельзя. Целую лекцию прочитали, чтобы козлята навсегда запомнили правила безопасности и как вести себя при пожаре. Что надо делать, если в квартире много дыма? Необходимо смочить водой полотенце, дышать через рабочую ткань и продвигаться к выходу ползком. В этом году пожарной охране России исполняется 365 лет. Начальник Центра противопожарной пропаганды Людмила Бурнайкина поблагодарила малышей за интересную и поучительную сказку и напомнила еще одно важное правило. Никогда не балуйтесь по телефону 01. Никогда не вызывайте пожарных, если нет пожара. Это называется ложный вызов, потому что пожарные могут ехать по этому ложному вызову, а в это время где-то действительно возникает пожар, и они могут туда опоздать. Дошколята пообещали выполнять все правила пожарной безопасности и точно запомнили навсегда, как правильно вести себя при возгораниях и пожарах и как не допустить большой беды.